20 автобусов производства Ликинского завода – это вторая партия. Первые 15 приобрели еще в августе за счет городского бюджета. А еще две партии автобусов ожидаются в начале 2018 года. За последние 10 лет сегодня правительство Брянской области, городская администрация приобретают автобусы за собственные средства около 100 штук. Вот это хорошее мероприятие, оно стало благодаря работе нашей области. Ведь только за последние 3 года областной бюджет, консолидированный бюджет вырос более чем на 6 миллиардов рублей. Это собственных доходов. Не говоря о тех деньгах, которые были привлечены с федерального бюджета. А в общей сумме это более 14 миллиардов рублей. И вот эти деньги, которые мы сегодня сумели нарастить областной бюджет и позволили решить и те проблемы, которые копились годами по многих отраслях, на многих направлениях нашей брянской экономики, брянской жизни, и позволили дать импульс, дать воздух нашему автотранспортному предприятию. На покупку транспорта из областного бюджета городу была выделена субсидия. Стоимость этих автобусов составила 142 миллиона рублей. Я думаю, это хорошее начало. Оно и позволит и улучшить обслуживание наших жителей, и сохранить ту стоимость проезда, которая сегодня существуют в нашей Брянской области. Грищенкову Михаилу Алексеевичу. Новые автобусы трехдверные и низкопольные, а это значит, что люди с ограниченными возможностями смогут пользоваться автобусом без проблем. В средней двери, значит, оборудована аппарелью для откидывания и удобного заезда инвалидов в салон автобуса. Также, если бордюр будет сильно низкий, то автобус предусмотрен системой клиринга, и он опустится на сторону заезда инвалида. Просторный салон вмещает до 75 пассажиров. Для их удобства названия остановок будут не просто объявляться. Также это будет дублироваться на световом табло внутри салона. И также, как вы видите, автобус оборудован световыми табло снаружи. То есть очень пассажирам будет удобно видеть издалека, какой транспорт приближается. Новые автобусы выходят на маршруты с 29 декабря, а в 2018-м брянский автобусный парк практически полностью обновится. Екатерина Пармон, Анатолий Чекрыгин, события Брянск.